Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру МТА Провинция Онлайн. И перед тем, как мы начнем, догадайтесь, какая из этих машин моя. Это или это? Мне кажется, тут выбор очевиден. Это. Поэтому, дорогие друзья, перед тем, как мы начнем, я хочу показать комментарии ребят из прошлого видео. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, как видите, сегодня мы продолжаем с вами играть и развиваться в реальной жизни в МТА провинции. Как видите, я сейчас нахожусь возле ЖД вокзала, где спавнятся игроки новые, точнее не ЖД вокзал, а просто вокзал, где у нас, получается, выходят игроки, которые только зашли в игру. Вот, к примеру, только что зашел игрок, можно у него что-нибудь спросить. Дружище, ты только зашел в игру, если хочешь, я могу тебе что-нибудь подсказать. В общем, вот так вот, видите, этот игрок только, видите, начинает использовать анимации, что-то там он пробует. В общем, дорогие друзья, я только что встретил игрока, и я ему дал 5000 на его развитие. Я ему так просто накинул денежку, чтобы он пошел и купил себе какой-нибудь другой скинчик. Поэтому, дорогие друзья, если тоже хотите поиграть в эту игру, пишите мне обязательно свой ник в игре и айдишник, и я тоже буду вам помогать обязательно. А также всем, кто только зашел в игру, по моему промокоду LichiTop можно получить крутой бонус в размере 150 тысяч рублей на свой баланс. Вот только вы зашли на, получается, на игру, вот вышли вот с этого вокзала, и вы можете сразу же получить бонус. Просто нажать на буковку М, смотрите, на буковку М английскую нажимаете, и у вас открывается вот такое вот прекрасное меню. И вот тут в разделе реферальная система вводите мой промокод LichiTop. Вот этот промокод. Я ввел промокод друга Бинко, а вы вводите мой LichiTop. И получите крутой бонус в размере 150 тысяч рублей. Поэтому качайте реально игру по ссылочке в описании, она бесплатная абсолютно, ее потянет любой компьютер, любой телефон, и в нее можно играть прям очень легко, поэтому переходите по ссылочке в описании, качайте МТА провинцию и заходите на 7-й сервер, где играю я вместе с моим другом Бинку, поэтому переходите, реально крутая игрушка, и можно вообще поиграть. А вообще, дорогие друзья, как видите, сегодня мне попалась вот такая вот тачка, а где, ой, вон она, вот такая вот тачила мне сегодня в игре попалась, вот такая вот, дорогие друзья, как видите, я не знаю, почему она находится именно тут, она вроде бы стояла там, но почему-то она сейчас стоит именно на рельсах. Как видите, я купил сегодня тачку, вот буквально подъехал на вокзал, из автобуса вышел чувак и такой говорит: дружище, а ты не хочешь купить крутую тачку? Я говорю: чего, крутую? Он говорит: да, реально крутую. Он говорит: переводи мне 100 тысяч, и я ее сейчас заспавню. Я говорю: ну блин, хорошо. Я перевожу ему 100 тысяч, и он такой говорит: все, давай, пока. И спавнит вот эту машину, Audi 80 B4. Это капец, дорогие друзья. Я не знаю, это, по-моему, это не он был, но, по-моему, нет, это не он, это какой-то другой друг. А тут стоять нельзя, друг, переходи на другую сторону. И вот так вот, вот такие вот дела. И придется что-то с этой машиной делать. Я вот не знаю, что именно с ней делать. Но мне кажется, чтобы хотя бы ее продать и избавиться от нее, надо хотя бы в какой-то божеский вид привести. Хотя, может быть, продадим вот в таком образе. Давайте подъедем к этому чуваку. Может быть, мы получится у него, ему сразу же ее продать. Может быть, ее не нужно приводить в порядок. Ну-ка, дружище, купи мне эту машину, пожалуйста. Друг, Герри, купи мне машину эту. Слышишь? Блин, он не хочет покупать, он даже молчит. Ё-моё, ну нужно попробовать кому-нибудь ее продать. Я не знаю, но пока поставим путь до, получается, где у нас хотя бы ближайший находится покрасочная. Вот она, покрасочная. Давайте поставим метку. И, блин, на самом деле эта машина, ну, такое себе, старенькая Audi. На ней даже как-то стыдновато ехать. Я не знаю, ее надо будет привести в порядок, если не получится ее продать. Но давайте проедем хотя бы, может быть... О, вон на автосалоне стоит кто-то. О, там стоят у нас полицейские. Но лучше, конечно же, их не трогать, потому что они меня могут еще оштрафовать за то, что у меня я ездил на разбитой тачке без номеров. А это очень плохо. Блин, жесть, дорогие друзья, главное им не попасться на глаза. О, вот он, есть пацанчик. А, друг, привет, слышишь меня? У тебя есть микрофон? Алло, алло, друг, я вот тут, я сзади тебя. Блин, ты не хочешь у меня купить машину? Пожалуйста, купи у меня вот эту Audi. Меня обманули, а я хочу эту машину продать.
Блин, он молчит. Ладно, давайте поедем дальше. Видимо, это какой-то чувак. Как видите, ребят, в этой игре есть даже магнит. Видите, реально, это реальная жизнь. Ой, это реально, вот реально, как в реальной жизни. Реально, как в реальной жизни игрушка. И тут даже есть магнитик, в котором мы можем закупиться, купить себе там чипсики или что-нибудь. Кстати, после ролика я пойду и куплю себе чипсы в магнитике какие-нибудь. Ой, как я давно не ел чипсов. Кстати, пишите в комментарии, когда вы кушали чипсики Лейс или что-нибудь такое. Так, дальше приедем. И у нас тут даже есть заправка на Теслу. У нас электрозаправки есть, ребят. Это же крутяк, крутяк, ништяк, я считаю, да. Вот это я понимаю, да. Но вот что мне делать с этой разбитой машинкой? Это на самом деле жесть. На самом деле жесть. И еще бензинчик заканчивается. Но я вижу покрасочная вот тут уже. Мы можем сюда заехать. О, ну давайте заедем на авторынок. Может быть, там попробуем кому-нибудь ее пихнуть. Ура! Мы ее тут можем починить. А, это паркинг. Блин, я думал, что ее можно тут починить. Блин. А, нет, это не паркинг, это вход в магазин. Ну, на авторынок. Так, заезжаем. Да, давайте заедем, посмотрим, что тут есть. Блин, ну тут у всех крутые машины. Мне кажется, у меня не получится ее продать никому. Потому что тут у всех очень крутые тачки. Блин, и кому продать эту развалюшку, ё-моё. Так, давайте заглушимся и вот подойдем. Вон, по-моему, Михаил какой-то идет ко мне. Да-да-да, по-моему, идет ко мне Михаил или нет. Блин, я ее купил, получается, за сколько? Я ее купил за 400 тысяч, ну хотя бы за 350. Если было бы круто. Меня просто обманули, пипец, эта машина. Я вообще не ожидал, что так получится. Ну, так она, в принципе, в целеньком состоянии, смотри. У нее только спереди, получается, ее стукнули, а так она вся чистая. У нее, короче, номеров нету, потому что, ну, меня обманули, получается. Мне ее продали дороже, чем она стоит. Я вот хотел хотя бы за 350. Было бы круто. А тебе обмен интересен? А на что обмен? Смотри, тут получается как бы АвтоВАЗ, но у него очень хороший тюнинг. Ну-ка, покажи, покажи, покажи. А на какой из них? Смотри, вот это 2106, тут краска стоит 250 тысяч, Full Stage, я не скажу на какую сумму, я не помню, не считал. Подвеска, и ну, понял, нестандартная, и диски стоят. Тонер там, фара. Это вот эти тачки, да? Да, вот это вот 250 стоит. Смотри, вот это... Чувак, конечно же. Короче, чувак хочет мне продать, получается, свои русские тазы на вот эту Audi. Ну, блин, мне кажется, это неграмотно, получается, менять Audi на русский таз. Блин. Без номера 450. Вот это шестерку за 250 отдаю. А с номером сколько эта машина стоит? 650-001. А может быть, ты просто так обменяемся, вот так? Ключ в ключ с номерами? Типа я просто в Жигу миллион вложил, понимаешь? Ну я не про Жигу, я про вот эту машину. Я хочу вот, если бы было бы круто, если бы поменялись. Ну я тебе просто говорю, что вот эту машину я сделал за 1 миллион рублей сам. Я могу тебе только предложить это снять номер с этого автомобиля и обменяться на твою Audi. Блин, на самом деле это жесть. Если хочешь, можем обменяться на 2106, и я тебе еще доплачу. Не, я вот думал, если бы было бы круто вот на вот эту машину с этими номерами, а я тебе Audi отдам. Ну, смотри, я тебе могу предложить вот эту машину. Не, я это не хочу. А давай смотри, вот эту машину, шестерку с номерами 001. Обмен на твою ключ в ключ. Да, вот эту шестерку с номерами 001 на вот эту Audi. Давай, в принципе, только надо поехать в ГУВД, полицейский участок, перевесить номер. Все, давай, поехали. Давай, поехали. Давай на моей машине. Мне не обязательно? А, у тебя вот такая машина? Нифига себе. Вот это ты, конечно, крутой. Короче, я не знаю, ребят, это грамотный ли вообще ход менять Audi, получается, на вот эту на аудюху. Ну, ребят, там номера 001, я их могу потом себе оставить, это жесть как круто. Поэтому я думаю, в принципе, я надеюсь, этот чувак сейчас не отвезет меня куда-нибудь в лес, и все будет хорошо, блин. Главное, чтобы меня, да, реально не обманули. Поэтому можно сейчас реально сделать обменчик, он сделает номера 001 мне даст, и будет круто. Главное, чтобы меня не подставили тут. Потому что
Это будет реально, вот сейчас реально жизнь какая-то у нас. Я еду с каким-то чуваком на Лексусе, у него реально очень много крутых машин. Он реально, походу, занимается бизнесом. А давно ты бизнесом машинным занимаешься? В общем, вот так, дорогие друзья, мы сейчас, в принципе, идем с ним в Рео ГАИ, и сейчас он будет перекидывать номера, получается, со своей 2109 или с восьмерки на шестерку, номера 01. И получается, мы сейчас с ним будем обмениваться в ключ в ключ. Я, получается, шестерку свою, ой, я, получается, Audi 80-ю буду менять на шестерку с номерами 001. Ну, мне кажется, это, в принципе, нормальный такой, получается, обмен. Я могу, кстати, номера приобрести. Слушай, а мне номера, может быть, купить на Audi сейчас? Ладно, это не важно. Цена 1 000 000 рублей. Дорогие друзья, в общем, что произошло? Я сейчас только что съездил с этим чуваком до автосалона. В общем, дорогие друзья, что происходило? Я с этим чуваком съездил в ГАИ, и мы, получается, обменялись. Я ему отдал эту аудюху в обмен на его вот эту шестерку с номерами 001. Я не знаю, я по-любому потом эту шестерку солью куда-нибудь, но номера я оставлю себе, потому что посмотрите, что мне выпало. Это реально крутая тачка с номерами 001. Уже подходило столько человек, говорят, давай я куплю тебе машину за 5 миллионов рублей. Говорю, не продаю, я не продам ее вообще, потому что мне кажется, это легендарная шестерка с номерами, которая должна достаться моему подписчику, который зайдет на провинцию и введет мой промокод ЛИЧИТОП. Ребята, ну на самом деле это реально пушка, точил ее, реально я купил нормальную. Меня сначала обманули, а я, получается, купил вот такую вот шишку. Ребята, это реально топ-чан. Пацан сделал грамотный тюнинг, а я ему отдал вот эту старушку аудюшку, блин, это жесть, что он купил, но на самом деле мне повезло, что так получилось, потому что эта тачка очень крутая, и шишка выглядит намного лучше той аудюхи, потому что тут и тюнинг хороший, вообще, получается, и подвесочка такая прикольная, и номера 001, я реально себя чувствую каким-то кимоно ниндзя, потому что, не знаю, ну, блин, это реально стильная шишка, ее можно вообще сделать черной, и будет вообще топ, хотя она и так выглядит как топчик, блин, дорогие друзья, это жесть, что получилась прикольная серия, поэтому... Если вам понравился ролик, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите свои крутые комментарии. Ну а кодовое слово в этом ролике будет шишка. Все, кто напишет слово шишка, обязательно попадут в мое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Лич. Заходите на провинцию, играйте на 7-м сервере вместе со мной, качайте ее по ссылочке в описании, она бесплатная абсолютно. Нажимайте и качайте. Буду рад всем. Поэтому, дорогие друзья, с вами был, как всегда, я, ваш любимый Лич. И всем до скорых встреч.